Мужики, всем здорово. Вот, короче, буду сейчас настраивать свою конструкцию обратно. Это плоскорезы, бритвы. Пропалывал бурьян, ставил, тут скручивал, так. Вот сейчас буду вот эти плуги навешивать и буду пробовать опять это все настраивать и пробовать. Уже в таком варианте, да, как вот мосты от узла перелома на разном расстоянии, как он будет справляться, ровно, неровно, в этом плане я вот что за что переживаю больше, за виляние. Ну попробуем, сейчас пока это все переоборудую. Пока все настроили, ну, час, полтора, два, и можно будет солнце, наверное, плюс 15 или 17 уже, наверное, скорее всего. Вот, и поеду, попробую пахануть, ну и плуги заодно отполирую, потому что они после зимы все такие печальненькие. Поставлю щетку, все это полирну. Вот. И попробую. Это самодельное, кто не знает. Из газового баллона. Вот, погнал я. Переобуваться. Так, мужики, короче. Поднастроил тут, поставил, почистил. Почистил, отполировал, но не видно. Ржавчину снял, сейчас гладенько все. Пока два корпуса. Третий там стоит. Вот. Накидал сюда наковален, чтобы потяжелее было, чтобы зацеп хороший был. Более-менее. Потому что в прошлом году у меня буксовало, там цепь пришлось навешивать на одно колесо. Ну, посмотрим. Накидал сюда, здесь кинул кусок веса еще, наверное, килограмм около 35, наверное, 40. Да нет, 35 это килограмм, я уже не помню, сколько она весит, я взвешивал. Вот, чтобы заглубить его, еще, ну, можно, в принципе, можно было бы еще попустить его. У меня здесь каждые 5 сантиметров стоят риски, то есть я выставляю парами. Риска стоит, все. Вот эта вышина, вот это 25 сантиметров. Вот. От полевой до верха 25. Вот хочу его загнать полностью в землю. Пока на два корпуса. Вот колесо поднял максимально высоко. Потом я уже его настрою как мне надо. Вот. Ну и соответственно еще угол атаки настрою уже в земле. Вот этой тягой. Цепи перекинул. Они мне стояли по диагонали. На вот этих тягах. Ну, чтобы навеска у меня не гуляла, когда поднимаешь, опускаешь. Сейчас я их перекинул сюда. И тут прожег. Прожег дырку. Вот. Чтобы в поднятом состоянии вот эта штукенция не гуляла. На разворотах, поворотах. Вот, а когда опускаешь, цепи ослабляются. Можно даже еще подтянуть будет. Чуть-чуть. А, в принципе, и так можно подтянуть. Все. О. Они у меня стояли раньше вот здесь, по краям. Ну, я на центр вывел. Так даже аж лучше. Вот, вот этот центр, он намного ниже, чем вот этот вот центр вот этой тяги. Вот поэтому в опущенном состоянии вот эта штука цепи хорошо расслабляет, она тогда начинает гулять капитально. Так, поехал я, попробую еще все-таки, как оно будет залазить. Может, что-то придется переделывать, доделывать, точнее переоборудовать, не доделывать, а перенастраивать, вот так вот. А ну, столько функций. Начиная вот отсюда. Вот этими,
Вот этими, понятное дело. Плюс навеска у меня еще ж сдвинул ее на самый край. Она у меня двигается от центра. Право-лево. Вот. Поэтому как оно колесо еще будет идти за этим самым, за плугом, за корпусом, я не знаю. Может придется навеску еще сдвинуть, чтобы здесь ее не раскручивать, не сдвигать. Просто опускаю, два шплинта достаю и навеску полностью сдвигаю. Вот, право-лево. Посмотрим, как оно по колее пойдет. Вот. Третий пока не ставлю. Хочу все-таки попробовать заглубить его максимально. Сколько это будет возможно. В прошлом году я этого не делал. Максимально его не заглублял. Поэтому у меня глубина получилась 15. Сейчас буду заглублять до 20, а может 25. И то я не знаю, сейчас потянет он, не потянет на этом шкиву. Если на этом шкиву на 70-м будет буксовать, поставлю меньший шкив, профиль Z и вперед. Вот. Точнее, не буксовать, может, буду глохнуть, не знаю. Посмотрим. Вот. Как-то так. Так, итак, пробежал я. Сейчас буду шкивы меньше ставить. Не тянет на этих слабенько. Значит, пробежал я один рядочек. Ну, тут криванул, потому что угол атаки сразу не выставил. Вот. А остальное, в принципе, все ровненько по над межой. Отлично. Глубину еще не мерил. Сейчас второй раз как пойду на хорошей тяге, тогда уже будет все остальное. Вот. Отлично, отлично. Я думал, будет хуже. Ничего подобного. Сейчас еще лучше будет. Шкивы перекину поменьше. И вперед. Короче, мужики, поломалась. Поломалась вот эта вот штука. Шлицы, вот оно тело блестит. Здесь, видать, она была трещина, потому что темный металл держалась вот только с этой стороны. И начал я так навесочку поднимать, и она только хрусь, вон ручка лежит, и все, и ку-ку, потому что у меня он противовес какой тяжелючий, плюс она сама немало весит. Но ситуацию спасло то, что у меня она с двух сторон приварена. Поставил сюда, рычаг поднял и поехал на прихваточку, на приварочку. Сейчас я вообще тут хороший бурт налью. Вот так вот прям, чтоб намертво. И все. И будем дальше работать. Ничего еще не отломалось, не отварилось. Вот она. Вот такая вот штукенция. Двумя плугами пашу. Земля вообще сырая. Трындец. Трындец какая сырая. Все, погнал я варить. Примерно так.
бурбурки повыше. Первое. В общем, как-то так. Вот так вот все это отлично. Плуг. Из-за груза, да, из-за груза вообще зарывается. Ну, двадцатка есть. Нормально. Колесо в колее стоит. Никуда не вываливается. Главное ровненько один раз нарезать. Остальное более-менее будет отлично. Вот так вот и пашу. Три, конечно, тяжелые. Земля, о, даже без малейшего усилия, чуть-чуть придавил, сразу вот такая вот штука. Вообще, вот земля. Все, давайте, я на связи. Еще вот так попробую. Не знаю. Надеюсь, было видно.